Всем привет, дорогие друзья! На моем канале много выпусков на тему необычных инструментов из Китая, с сайта AliExpress. И сегодня из всех моих роликов я решил собрать одну огромную подборку. А для тех, кто досмотрит видео до конца, будет конкурс. Если вы что-то покупаете в интернете и думаете, как сэкономить, начните возвращать часть денег с покупок в онлайн. Зарегистрируйтесь в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте EPN и совершать покупки как обычно. Кэшбэк будет начисляться автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты, без комиссии в рублях и долларах. А также вы можете получать пассивный доход с чужих покупок. Регистрируйтесь в кэшбэк-сервисе EPN, ссылка в описании. Ультразвуковая ванна – это специальное оборудование, которое применяют в основном ювелиры для чистки готовых украшений или мастера по ремонту часов для быстрой очистки механизмов часов. Чистит эта ванна при помощи ультразвука частотой 42 000 Гц. Емкость бака 800 мл, а мощность 35 Вт. Приставка к пылесосу «Циклон». Использовать ее можно даже с обычным бытовым пылесосом. Эта приставка будет полезна тем людям, которые изготавливают столярные изделия или строителям. Использовать ее очень просто. Нужно смонтировать ее на любую герметичную емкость и подключить к пылесосу. За счет завихрения воздуха практически весь всасываемый мусор будет оседать в емкости. Газовая горелка. Этот инструмент может паять, плавить, резать, выжигать, удалять старую краску при помощи специальных насадок. Сама горелка работает на газе, поставляется в удобном кейсе, а также имеет подставку и припой. Самовыравнивающийся уровень. Этот уровень имеет два луча. Этого вполне достаточно для бытового ремонта. Регулируемое основание, крепление на стену, а также крепление для штатива. Тестер компьютерных сетей с кабельным трекером. Этим инструментом можно найти не только обрыв витой пары в проводе, но и любые слаботочные провода. Пинцет с керамическими ставками. Он абсолютно не боится высокой температуры. И использовать ее можно не только для пайки различных предметов, но и прожига намотки вейпы или электронной сигареты. Керамические вставки также выдерживают агрессивную среду. Ручка пинцета выполнена из нержавеющей стали. Стопперы – это маленькие металлические колечки, предназначенные для регулирования глубины в высверливаемых отверстиях. Просто одеваете их на сверло нужного диаметра и фиксируете на необходимую глубину сверления. Очень удобная вещь при выполнении ответственных работ. Кусачки – это самый популярный инструмент на AliExpress. Заказали его уже 34 000 раз. Это очень острые кусачки с хорошим материалом. Ручки у них покрыты силиконом и есть пружинка на открытие. Они идеально подойдут для мелких работ. Сверла по дереву. Предназначены для сверления отверстий в дереве разного диаметра. Продаются набором, состоящим из 10 сверл разного диаметра. Сверла острые и выполнены из быстро режущей стали. Это незаменимая вещь в столярном производстве. Линейка-шаблон. Этот инструмент будет полезен плиточникам в сложных условиях кладки кафеля. При помощи ее можно с легкостью и высокой точностью сделать шаблон последней плитки и перенести его на плитку перед резкой. Материал изготовления шаблона из пластика ABS с метрическими и дюймовыми насечками. Выжигатель. Мощность 30 Вт. С его помощью можно выжигать различные узоры или рисунки на дереве. В комплекте 5 различных насадок и работает от сети. Клипсы и клинья для ровной укладки плитки. Все профессиональные плиточники уже пользуются таким приспособлением. Но если вы захотите положить плитку у себя дома, то эти клинья значительно ускорят ваш процесс. При этом швы получаются идеально ровными. Клипс вставляется в шов между плитками, а в него вставляется клин, который прочно фиксирует плитку. Чтобы поплотнее зафиксировать клин, есть специальные клещи, которые идут в комплекте. Еще особенность этих клиньев в том, что они выравнивают плитку по высоте. В комплекте 100 штук клиньев и клипс, и одни клещи. А это газовый паяльник. Просто заправляете бак газом из баллончика для зажигалок емкостью 8 мл. И все, он готов к работе. Можно не только припаивать, но и обжимать термоусадочные трубки или разжечь костер. Температура нагрева жала до 450 градусов, а температура пламени достигает 1300 градусов. Насадка для заклепок. Вы когда-нибудь работали ручным заклепочником? Если да, то вы знаете, как это утомительно. Альтернативой является насадка на шуруповерт для установки заклепок. Она применяется с целью облегчения работы и механизации данного процесса.
В комплекте идут 4 типа наконечника диаметром 2,4, 3,2, 4 и 4,8 мм. Очень много заказов и хороших отзывов. Набор коронок. В этом наборе 10 коронок с алмазным покрытием. Коронки разного диаметра, от 6 до 30 мм. Можно резать плитку, стекло, керамику и не получать сколов и трещин на них. Насадки зажимаются в обычную дрель. Во время использования не забывайте смачивать коронку водой для охлаждения. Автоматический кернер. Очень удобный инструмент для того, чтобы оставить лунку для начальной установки сверла или иную другую отметку. Не нужно использовать молоток. Механизм этого керна устроен таким образом, что при нажатии на него за счет двух пружин срабатывает отдача, и боек оставляет отметку на поверхности металла. Дремель. Это инструмент, напоминающий маленькую дрель, но имеющий намного большее количество оборотов валов в минуту. Им можно резать различные материалы, такие как металл, пластик, оргстекло, камень. Также можно сверлить, шлифовать, полировать, гравировать, очищать поверхность, фрезеровать и многое другое. Прост и удобен в использовании. Модель оснащена мощным двигателем мощностью 180 Вт. Максимальная скорость вращения 37 000 оборотов в минуту. Есть удобный регулятор скорости. Купить его можно как с полным комплектом насадок, так и выборочно, или купить только дремель. А если вы занимаетесь пайкой, то вам понравится вот такая установка. Она совмещает в себе подставку для паяльника, пару зажимов, увеличительное стекло и подсветка рабочей зоны. Установка стоит своих денег. Измеритель уровня шума и звука. Его можно применять при выборе электротовара, сравнивать уровни шума разных приборов, холодильников, стиральных машин, микроволновок, пылесосов, для того, чтобы выбрать самый тихий. Или измерить уровень шума в квартире и при необходимости определить источник повышенного шума, а затем избавиться от них. Телескопический магнит поможет вам достать любой металлический предмет, завалившийся в труднодоступное место. Удобно работать при плохом освещении, так как есть светодиодная подсветка. В вытянутом состоянии длина составляет 80 см, а в сложенном 20. Инструмент для удаления поврежденных гаек со слизанными гранями. С помощью него вы можете выкрутить любой поврежденный винт или гайку. В наборе их 10 штук, от 9 до 19 мм. Электрическая ленточная шлифовальная машинка. Предназначена для обработки материала в труднодоступных местах. Мощность 260 Вт, а скорость вращения ленты от 6 до 8 метров в секунду. Хороший складной строительный нож. Все детали ножа хорошо подогнаны. Имеет прорезиненную ручку, лезвие крепко держится и не болтается. Китайский аналог сугру. Это такое вещество, похожее на холодную сварку. Только после застывания становится как твердая резина. Хорошо приклеивается к любому материалу. Гаечные ключи с трещоткой. Только сама трещотка расположена в непривычном месте. Не на храповике, а на рожках ключа. Это очень удобно, потому что бывают такие места, где неудобно накинуть храповик. Выполнены они из очень прочной стали. Размеры от 10 до 17 мм. Футляр для хранения сверел. Он поможет аккуратно хранить все ваши сверла в одном месте. Магнитные уголки служат для выполнения каких-либо сварочных работ. С помощью их можно закрепить любую конструкцию, а потом без проблем варить. Термонож, с помощью которого можно разрезать любые материалы, к примеру, пенопласт или ткань. Набор торцевых головок с трещоткой и удлинителем. В комплекте 38 позиций. Зажимы или клещи. Называйте как хотите. В основном используются сварщиками или плотниками. Ими можно зафиксировать предмет, который будете обрабатывать. Есть также регулировка жесткости зажима. Профессиональная электрическая точилка. Без всяких проблем заточит любое лезвие, будь то ножницы, ножик, даже сверла она точит очень легко. Такое приспособление должно быть у каждого, ведь нам часто приходится что-либо точить. Индикатор микрометр. Диапазон его измерения всего до 10 мм. Это точный прибор для контроля мельчайших отклонений, незаметных глазу. Индикатор используется для проверки износа деталей, биения, люфта и деформации, а также для центровки валов. А также хочу порекомендовать держатель индикатора. Он должен быть надежно закреплен. Держать его в руках нет никакого смысла. Поэтому для точных измерений понадобится жесткий держатель. Он обеспечит неподвижность индикатора. А благодаря шаровым шарнирным соединениям возможно выставить любое положение индикатора. У держателя магнитное основание, поэтому его можно закрепить на любую металлическую поверхность.
Боковые сверла. Набор из 6 фрез от 3 до 8 мм, которыми можно сверлить в бок. Подходят для дерева, пластика, алюминия. Изготовлены из быстрорежущей стали и зажимаются в станок. А у кого нет станка, можно зажать в обычную дрель. Электронные карманные весы. Они измеряют от десятков граммов до 40 кг. Удобно использовать на рынке при затаривании фруктами и овощами для контроля продавцов. Можно взвесить багаж, а также пригодится на рыбалке. Еще можно задать вес тары. Есть экран с подсветкой, работает от двух мизинчиков батареек. Насадка-горелка. Один из самых популярных инструментов последнего времени. Насадка позволяет сделать из газового баллона отличную горелку. Есть пьезоподжиг. И не придется возиться с зажигалкой и спичками. Температура пламени достигает 1300 градусов. Паяльник TS-100. Удобный, маленький и легкий паяльник с LED-экраном. Его мощность 65 Вт. Есть электронная регулировка температуры жала от 100 до 400 градусов. Температуру держит стабильно. Есть даже автоматическая калибровка температуры. Жало меняется вместе с нагревательным элементом. Подаются отдельно. Паяльник работает от напряжения с 12 до 24 вольт. В комплекте нет блока питания. К нему замечательно подходит провод от ноутбука 19-вольтового или microUSB. Удалитель скоб. Если строительный степлер для вас любимый инструмент и вы все крепите на скобы, а потом долго думаете, как же их аккуратно отодрать отверткой, чтобы ничего не повредить. А инструмент-удалитель скоб аккуратно без повреждения вытаскивает все скобы назад. Чертилка. У него острый стальной наконечник с вольфрамом. Она царапает почти все и предназначена для маркировки и разметки твердых металлов и стекол. Если вы занимаетесь ремонтом и вам нужно что-либо скрепить, например, пароизоляцию на мансарде, вам отлично подойдет вот такой строительный степлер. Его скобы с легкостью пробивают дерево, картон или же ткань. Полезная вещь, в хозяйстве пригодится. Лучший резак для кабелей Milwaukee M12. Отличное расположение лезвий дает возможность удобно и аккуратно справиться с толстыми кабелями диаметром до 32 мм. Беспроводной клеевой пистолет. Работает от 4 батареек типа 2А. Имеет светодиодную подсветку. Время нагрева 3-4 минуты до температуры 170 градусов. Чем мы только не колем орехи и руками, и пассатижами, и молотком. Но есть способ полегче. Это вот такой орехокол. Конструкция надежная. Есть регулировка под размер ореха. А также хорошо подойдет для подарка. Набор из 5 сверел с титановым покрытием. Используется для стекла и плитки. Размер от 3 до 10 мм. Ножницы для ПВХ труб с регулировкой скорости. Имеет острое полотно, которое позволяет резать трубы до 50 мм. Меньше чем за 3 секунды. Для того, чтобы не держать целую кучу ключей у себя дома, есть универсальный накидной ключ с выдвижным зажимом. Подходит для гаек от 7 до 19 мм. Аккумуляторный труборез для медных труб. Имеет высокопроизводительный двигатель 500 оборотов в минуту и режет 12-миллилитровые трубы менее чем за 3 секунды. Крутой строительный фен. В комплекте идет 4 разных насадки. Мощность данного фена 2 кВт. Имеет температурную регулировку до 650 градусов. Маленькая газовая горелка подходит для пайки, отогрева замков, отлично сидит в руке и весит всего 270 грамм. Ножовка для очень точных работ с удобной рукояткой. Полотно при желании можно менять. А теперь конкурс. Я разыграю 1000 рублей на счет мобильного или же на кошелек WebMoney. Условия. Поставить лайк, написать комментарий, какой товар был для вас самым интересным и быть подписанным на мой канал, а также на мой второй YouTube канал. Когда на этом ролике наберется 1000 лайков, результаты будут подведены в моей группе ВК. Все ссылки будут в описании. Участвуйте, так как есть шанс, что именно вы, да вы, станете победителем. На этом на сегодня все, а вам я желаю удачи и хорошего настроения.